Бедная Лиза. Российский и германский МИД всю неделю обсуждали историю немецкой девочки из русскоговорящей семьи, которая заявила, что ее похитили и наругались. Люди, похожие на мигрантов. Судя по последним данным, девочка Лиза могла придумать всю историю, чтобы не объяснять родителям, где провела ночь. Глава германского МИД Штайнмайер уже заявил, что российский МИД поднял тревогу зря. На что российские коллеги обоснованно возразили. Если бы немецкая полиция с самого начала внятно дала все объяснения, не было бы и подозрений в том, что дело пытаются замять. Тем не менее, история наделала много шума, и расследование в отношении двух мигрантов ведется до сих пор, ведь девочке 13 лет.